Ну-ка. Ну, я тебе скажу, ты получше Ван Дамма будешь. Друзья, рекомендую вам игровой канал Old Heart Games. На его канале вы найдете прохождение игр таких, как Metal Gear Solid, Spits of the Line и многое другое. Подписывайтесь, друзья, ссылка в описании. Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Арби, и мы продолжаем прохождение Just Cause 3. Сегодня мы выполняем немного задания, там вот есть предательство, есть вон там база. Я даже не знаю, с чего начать-то. Наверное, с предательства. Погнали. Ехали, ехали. Скутер-то у нас мощненький. После небольшого апгрейда. Так, личные рекорды какие-то здесь. На одном колесе. Блин. Хотя управление здесь деревянное. Я как и говорил, как в Watch Dogs здесь управление. Так, вот там наше задание. О! Что у вас тут произошло? Так, гранаты валяются. Одна, вон там я видел еще одну. Наш спаситель! И вот. Даже две гранаты. Блин, что за водители? Сбивают. Так, вот задание. Предательство. Начать. Летайте со стилем, используйте парашют и крюк кошку. Понятно. О, у нас тут какой-то танцор. О, здорово, приятель, спасибо. Я этому даже... Молодец. Танцуй дальше, мальчик диско. Так, пригоните Марио военный транспорт. И где мне его найти? Сейчас посмотрим. Так, повыше поднимемся. И поищем. Так, вон там стоит какой-то транспорт. Так, его и возьмем. Так, здорово, ребятки. Как ваши делишки? Оу, оу, я не так хотел, вот так хотел. Ой, блин, не та кнопка. Простите, друзья. Все. Все. Катитесь колбаской, короче. У меня тут важная миссия. Ой, блин, прости. Я не хотел. Блять, ууу, ты ничего себе. Блин. Небольшое касание и все, взрыв. Я такого не ожидал. О, вот еще есть. Я возьму лучше новенькую. Так, ты мне ее поцарапаешь. Ты че? Вот там постой. И вот сюда можешь подняться. Ой, блин, нет. О! Что? Все. Да отстаньте от меня, блин. У меня тут важное дело. Так, что я хотел? Вот сюда. Вот сюда. Ну-ка. Ну, я тебе скажу, ты получше Ван Дамма будешь. Красавчик. Надо будет это попробовать где-нибудь на какой-нибудь машине. Поставить дверь рядом. И вот так привязать кого-нибудь. Крутяк. Не-не-не, тише-тише. Все, садись давай. Блин, твоя музыка заткнется сегодня? Не заткнется. Так, доберитесь до... перебежчика. Опять, а мне так. Эта тачка нравится.
Сначала хотелось броню, а теперь очень нравится кожзам на сиденьях. Так. Едем, едем, едем в далекие края. Едем, едем в соседнее село. Они узнали, что я хочу сбежать. Мне нужна защита. Блин, бесит, что камера возвращается каждый раз. Дайма сказала, этот парень важен. Постарайся, чтобы он не погиб. Ну, как будто все от меня зависит. А, нет. Никому не хочется работать на Диравеллу. Кроме того, Дайма пообещала ему $5. $5? Че? Серьезно? 5 миллионов? 5 миллионов или $5 все-таки? Миллионов! Так, давайте-ка. Защитим старичка. Так, ты подружись-ка вот с тем. Все. Вот так сидит. Так, здесь кто-то еще есть? Ой, блин, это девушка была. Ну все, всех убили. Так. Я доктор Зиновьев. Ой, давай, короче, доктор. Давай сразу к делу. Не люблю лишнюю болтовню. Так. И вертолет. На вертолете? Дайма обещала, что вы поможете. Ладно, я на вертолете полечу. Мне нужен собственный дом в богатом районе и. Да ты что? Встречное предложение. Ты останешься в живых. Так. Спать, дружище. И как ты мне оттуда помогать будешь? Не твое собачье дело. Ой, блин. Я не такое оружие хотел. Ладно. Изучаю Баварии. Но генерал хочет, чтобы мы занимались только оружием. Он меня пытал, а некоторых моих коллег убил. Так что блин, не то оружие взял. Плохо-то. Рота, док, иди за нами. Мы все, тебя живо отсюда выведем. А ты стой там. Вот так, молодцы. Да ты, блин. Так, вот. Вот что мне нужно. Вот так вот. Это ЗРК. Так, где ЗРК? Не подлетай близко, пока я не разберусь. Все, разобрался, нет? Шевелись, Рико! Подкрепление совсем близко! У меня есть еще заряд. Все готово. Чисто. Но ты осторожнее, вдруг еще ЗРК есть. Сдохни уже! Так, вас нету. Оружия у них не было, жаль. Очень-очень жаль. Так, 53 метра. А, понял. Так, еще что ли? Не переживай, док. А, нет. Я все улажу. Ну да, конечно, ты все уладишь. И с нами еще Рико. Да, только они сейчас обо мне вспомнил. Ну, бывало и хуже. Это здорово утешает. Все, он никуда не денется. Стой вот здесь. Оу. Мой вертолет больше не выдержит. Что, дурак, что ли, он у тебя сколько жизни? Осторожно, еще один ЗРК. Так, зарядов у меня больше нету, к сожалению. Шевелись, Рико, подкрепление совсем близко. Так. Отключить. Нет, что-то мы не будем, мы его сразу взорвем. Сдохни уже! Как они долго умирают, блин. Как дела, Рико? Развлекаешься? Отлично вообще! Я так рад, что попал к вам. О, еще один. Стоять! Блин.
Больше не буду брать это оружие. Так, один готов. Ну, блин, ты вообще достал. Так, вас нужно посоединить. Вот так поездите. Черт, у меня больше нету чем сбить. Хотя сейчас разберемся. Так, давай залазь. Ты его сейчас убьешь, дурак. А, все, мы уже долетели, нет? Или да? Да, нет, нет, да. Мы на месте, Рико. Помоги нам разобраться с оставшимися солдатами Деравеллова. А то я не знаю, чьи это солдаты. А, вот еще. Все, быстро сдохните. По-моему, все. Все, готово, нет? Да, отлично. Первую миссию мы прошли успешно. Так, приземляйся давай, там поболтай. Все понятно, что ты предатель и все такое. Предатель есть предатель, в любом случае он предаст еще раз. Так, опа, трактор. Ну, трактор нам не нужен. Возьму-ка я вот этот багги. Круто. Оп. Воу, тише. Так, вот. Что у нас дальше? Карта. Вот у нас тут поблизости город. И мы его сейчас освободим по-быстрому. Так. Фено. Понятно. Ну, а машинка-то неплохо едет. Че? Оу! Я просто лазил. Так, ты один тут? Нет, не один. Так, давай-ка начну с тебя. Так, поехали. Поехали. Вот, вы очень хорошо смотритесь вместе. Нам нужно подкрепление. Да зачем тебе подкрепление? Обнаружен враг. Оу! Сам направится по этим гордям. Я не так хотел. Вообще не так. Блин! Выглядит плохо. Очень даже плохо. Направляю к вам дополнительный отряд пехоты. Блин. Стоило сегодня вылезать из постели. Это что? К вам направляются дополнительные силы. Блин. Хреновое оружие я выбрал. Маячки обязательно возьму. Так, что тут есть вообще? Что? Ты вообще нормально? Так, да хватит уже вызывать тут всех. Что за люди? Есть там кто-нибудь живой? О. Отвечайте. Устала, что ли? Ладно. Так, мне нужно немножко оружия. Потому что мое заканчивается. Сейчас посмотрим, что тут и как тут вообще. Так, там, по-моему, ничего и нету. Значит, сразу летим дальше. Вот. Так, ладно, с этим разберемся. Посмотрим, что здесь есть. Давай, взрывайся. Есть. Так. Мониторы. Не нужно бояться прошлого. Опасайтесь лишь будущего, которое ведет назад. Так. Понятно.
Блин, не подлетаем близко. Все, патроны кончаются. Да, блин, это проблема. Прошу подкрепление. Да, где ты? Всем свободным бойцам направиться по координатам. Все, сдохну. Всем бойцам направиться по координатам. Так, мне взорвать-то нечем. Может вот так? Его даже не шатает. Так, патроны взял, гранаты нет. О, гранату взял одну, еще одну. Отлично. Так, придется отойти немножко. Так, статуя готова. Так, здесь микрофон готов. Цель скрылась. Цель скрылась. Приказываю восстановить зрительный контакт. Так, микрофон еще, вот я вижу. Заткнулся бы. Надо все взорвать. Блин, мне бы оружие другое. Так, дальше что у нас остается? Вон там еще заправка есть. Цель покинула область. Оу, виноват. Простите, друзья. Так, ладно, теперь осталась одна цистерна, один... Этот, как он называется там... Короче, трафарет. Но я его не вижу. Вот он. Готов. Так, вон туда мне теперь нужно. Да поближе. О, как я этого ждал. Обнаружен враг. Всем бойцам направиться по координатам. Не ожидал меня здесь увидеть, а, дружище. Так, это так. Не взорвется. Патроны кончились. Немедленно направляю к вам подкрепление. Ты чё, блин, приглашение ждешь, что ли, стоишь? Вот, мне поменять надо оружие, вот так. Еще одно орудие. Так, отлично. У них здесь должен быть склад. Ну же. Так, активировать. Давай без проблем, сейчас активируем. Так. Ауч. Оу. Простите. Так, взломать, взломать. Все взломать, все должен я делать. Достали уже. А можно вот так поднять? Можно. Воу, как вас тут много-то. Нормально так разлетелись. Это, надеюсь, не мой был. То я их тут уже не различаю. Все, один готов. Так, взломать. Вот здесь один взлом. Я взломал, что-то я открыл. Вот еще. Ну, как близко, это хорошо. О, это заключенный, что ли?
Да, уходи. Так, у нас остается тюремные камеры, два повстанца. Да ты что, убить его не можешь, что ли? Блин. Так, и вот эту цистерну нужно взорвать. Готово. Мониторы. Я же их взорвал, нет? Что за мониторы-то? Внимание всем! Получено сообщение о нападении. Что за мониторы? Принято. Отправляю подкрепление. Понял вас. Отправляю дополнительные силы. Что такое мониторы? Блин, теперь искать надо. А, вот. Отключить, а просто взорвать можно? Говорит центр. Цель не найдена. Отыщите его. Нет. Просто отключить, значит. Ясно. Что? Нету погони никакой. Прекращаем поиски. Отлично. Цель покинула область. Так, вот, вижу. Отлично. Теперь буду знать, что такое мониторы и что они бывают на крышах. Готово. Теперь можем поднимать флаг и спокойно идти пить. Чай, естественно. Не твое собачье дело, кем я себя возомнил. Все. Еще одна зарубка на старом крыле. Так, сейчас надо. О, может освободить вон то. Хотя, повыполняю-ка я какое-нибудь задание. Тут что у нас? Бабика? Гоночку, что ли? Давай-ка гоночку. Посмотрим, что да как. Друзья мои, я с радостью сообщаю, что силы генерала Деравелла выдворены из прекрасной Бабики. Мы будем Бабика, сражаться, блин, до победного конца. Отлично. Покатушки на катере. Так, и где катер? А, вот он. Садись давай. Ясно. Едем. А, поворачивай давай. Так, тут, видимо, на время. Прыжок сейчас будет. А, отлично. Еще прыжок. Тише. Так, надеюсь, я выполню на 5 вот этих, не знаю, короче, 5 звездочек. Быстрее, давай, быстрее. Осталось еще 4. 3. Давай быстрее. 2. Блин, нет! Ну, что такое? Есть. Я надеюсь, на 5 сделал.
Блин! Вот это я лузер. Разблокирована модификация снаряжения. Турбопрыжок для катеров. Отлично. Нитро для катеров. Круто. Нет, повторять я не буду. Так. Что тут еще? Модификаторы. Вот, катера. Прыжки. Нажмите мышь 3 для прыжка. Понял. Карта. Что тут у нас есть? Вот. Блин, нет, это я не смогу пройти. Быстрое перемещение. Ну давай посмотрим. Может, все-таки получится, кто знает. Хотя там очень сложно. Потому что летают истребители, и вообще прям невозможно все взорвать, уничтожить. Блин, уже вот уже атакуют. Я сейчас... блин, нет. Вот, истребители уже летают. Мне самому нужен истребитель. По-другому я не смогу пройти это место. А истребители у меня еще не открыты. Так. Сейчас. Нет, не стреляй в меня. Кто, блин? Да попади в него. Направляю к вам дополнительный отряд. Да не надо. Всем постам. Найти мятежника. Принять все необходимые меры. Так, попробуем вот так. Чуть-чуть издалека помочь. О, блин, ну вот. Вот вертолет. Направляю к вам силы поддержки с моря. Ты взорвал мой вертолет, я заберу твой вертолет. Он под нами. Да ты что? Так, кто там? Катерочки. Ну, катерочки нам не особо мешают. Так, это готово. Визуальный контакт потерян. Всем постам. Рассредоточиться и начать бой. Щание установлено. Так, вот такие большие повзрываю вертолетом и потом спущусь и добью. Так, вручную можно сказать. Немедленно найдите мятежника. Не дайте ему сбежать. Так, ну, вроде бы все. Вот эту вышку можно взорвать. Отлично. А, ты еще живая? Ага. Мимо. Еще есть цистерны. Рим, вертолеты готовы предоставить поддержку. Обеспечим мягкую посадку. Да, сейчас я им еще что-то обеспечивать буду. Я тут, видите ли, по всему острову прыгаю, бегаю, летаю, все взрываю. Должен кому-то обеспечивать. Так. У тебя не было шанса. Так, вроде все. Еще спутниковые тарелки остались. Вот они как раз. Блин, хотел вручную добить, а получилось, что все с вертолета.
Так, остались еще генераторы всякие. Так, чуть-чуть пониже спущусь, вот еще тарелка. И хотя не знаю, что это было. Вот. Кончилось. Отправляю вертолеты поддержки к точке контакта. Я, блин, не просил у вас никакие вертолеты. Все, вышел. Вертолеты рядом, Рико. У тебя все готово? Да готово, конечно, все. Для вас работаю. Достал тут же. Так, что тут у нас еще есть взорвать? А, вот вижу. Внимание, к вам направляются вертолеты поддержки. Остались еще цистерны. Все. А, блин, летай давай. Вот, пойди налево. Так, это чьи? Наши вертолеты? Наши. Оружие. Оружие нужно обязательно. Встречайте меня. Да, вот эту штучку я нужно. Так. Ух. Так, где вот этот плохой, да? Блин. Да что такое? Только не говорите, что я умер. Нет! Нет! Блин! Ну, друзья, здесь реально нельзя не умирать. Невозможно, вернее. Тут по-любому убивают. Тут все так, блин, летает, все взрывается. Даже вон, взрывая машину, тут получается, что ты близко и все равно умираешь. Так, друзья. Покеда. Что ты там запрашивал? Всем бойцам доложить обстановку. Все. Солдаты направлены к вам. Держитесь. Хватит тут стукачить и ходить. Это что такое? Это что-то было. Центр. К вам направлено подкрепление. Да что такое? Достали уже стрелять меня. Так, надеюсь, тут все не восстановили. Говорит центр. Ваш запрос получен. Подкрепление уже. Так, это чей? Это наш? Не наш. Понятно. Очень плохо, что не наш. Так, это... О, закрыть ворота. Так, осталась одна цистерна, и нужно ее найти по-быстрому. Сойдет. Конечно, сойдет. Так, где она? Что ты сказал? Сдохли быстро все. Да, конечно, блин. Целую обойму спустил на какого-то придурка. Так, ладно, мне не до вас. Мне нужно искать цистерну. Вот она. Вот и все. Так, все продолжено. Продолжено. Пройдено. Вот эту миссию сейчас пройдем. Разрушение с винтовки. Так, что тут у нас?
Инструктаж испытания. 27,5 тысяч. Так, ну давай начнем. Нужно заработать 27 тысяч, походу, за определенное время. Так, тут все восстановили. Так, вертолет-то мне дадут хоть? Нет? Надеюсь, здесь людей не будет. Здравствуйте, сограждане. Величественные радары Вигилатор Норд были демонтированы. Примите к сведению. Зачем нам так, старое, отлично. Когда можно построить новое? У нас все будет так, по высшему. Так, как целиться? Вива Медичи. Блин. Ага, вот. Так, бочки. Так, что тут еще есть? Больше ничего не вижу. Так, взорвал. А, вот еще осталось. Бам! Получай подарок. Блин, 5800 всего лишь. Всего 7. Взрывайся. Так, сколько я заработал? 9100. Ну, в принципе, можно, если побыстрее это все делать. Теперь, думаю, смогу. Так, мы загрузились. Теперь попробуем еще раз. Только побыстрее. Давай, взрывайся. Ну давай. Да нет, дурак, нет. Плохо. Не ту кнопку нажал. Очень плохо. Да. Еще как плохо. Так. Вот. Готово. Отлично. Готово, вот еще. Так, теперь постреляем вот в эту штучку. Взрывайся ты. Блин, ну почти. Ну, хотя бы 3. Ладно. Чё ж тут поделаешь-то? Стеклянные гранаты. Разблокированная модификация. Ну, посмотрим. Что у нас там за стеклянные гранаты получаются? Честно говоря, с этими модификациями я еще не до конца разобрался, то как они работают, как их получать и как все вообще происходит. Так, сейчас посмотрим модификаторы. Это не то. Это вот стеклянные гранаты. Взрываются, как только попадает во что-то. Хорошо, это нормально.
отлично. Да тише вы, тише. Это был я. Ну ладно. На сегодня, думаю, хватит. Так, сейчас влетим красиво. Полетим. И вот так. Вот. Начну еще раз. На сегодня, думаю, хватит, друзья. Продолжим в следующей серии. Как видите, игра очень даже долгая, длинная. Играть придется в нее довольно-таки долго. В общем, подписывайтесь, ставьте лайки, друзья. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Мою страницу ВКонтакте наконец разблокировали, так что можете писать туда, и группа ВКонтакте снова работает. Всем удачи и пока, друзья. До скорых встреч. Let it go, let my body go. Take a body's high.